Избран новый президент Федерации велоспорта Самарской области. Крылья Советов могут выкупить Сердерова. Новым президентом Федерации велоспорта Самарской области избран мастер спорта международного класса по велоспорту, призер и участник престижных всероссийских международных соревнований Евгений Лукьянсков. Решение о назначении принято единогласно на отчетно-выборной конференции Федерации велоспорта. В руководящий совет Федерации также включен директор спортивно-туристического клуба «Велосамара» Роман Еремкин. Нападающий «Анжи» Сердер Сердеров на правах аренды официально перешел в Самарские крылья Советов. Аренда 20-летнего футболиста рассчитана до конца сезона. По условиям соглашения самарцы смогут выкупить форварда за 600 тысяч долларов. В нынешнем сезоне ФНЛ Сердеров провел 11 матчей, забив лишь один гол. Вопрос, зачем покупать и арендовать? Других вариантов нет.